По ситуации, сложившейся 14 сентября 2021 года с конем Альбертом, который был запряжен в карету и при ходьбе по брусчатке упал на улице Греческой по направлению Пушкинской, департаментом экологии совместно с ветеринарами, представителями государственного учреждения Госпродпоживслужбы и общественной организации проведена проверка на соблюдение правил содержания животного. Животное содержится удовлетворительно. Имеется паспорт, а также животное привито. Хозяину животного рекомендовано провести ветеринарный осмотр, а также рентген коленного сустава. По результатам установлено, что переломов трещин сустава, а также разрыв связок и сухожилий не установлено. Состояние животного удовлетворительное. При ходьбе, рысе, галопах хромота отсутствует. В настоящее время хозяин передал животное Альберта, также и еще одного коня, в приют домашнего содержания «Уголек», который находится в селе Новоегоровка Николаевской области.